Здравствуйте, друзья! Как приятно приветствовать в студии многолетнего друга и соратника по биатлонно-баскетбольным делам. Но сегодня мы представляем лучшую игру с мячом на планете Земля. Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко у нас в гостях. Здравствуйте, добрый. Сергей Валентинович. Роскошный сезон получился. И триумф ЦСКА в Евролиге. И, конечно же, те самые матчи серии плей-офф Единой Лиги ВТБ. И где я там был. И мы получали все огромное удовольствие от происходящего. И у нас золотой дубль баскетбольного клуба ЦСКА. Сергей Валентинович, ну на самом деле, вот такой первый вопрос. Как всем остальным не надоедает, что ЦСКА все время первый? Я думаю, надоедает, поэтому они пытаются что-то сделать каждый сезон. Другое дело, что это получается с переменным успехом. Да, действительно, ЦСКА, гегемония ЦСКА очень как бы затянулась. Но тем не менее, сказать, что это совершенно легко, точно так сказать нельзя. Я думаю, что составляющие у многих клубов есть для того, чтобы побиться с ЦСКА и дать им бой. И именно этот регулярный сезон это доказал. Хороший баскетбол от Уникса дважды проиграл ЦСКА и дома, и на выезде. А «Зенит» в Питере какие матчи? Там «Зенит» тоже уже быть третий год абсолютно точно дома выигрывает. То есть, понимаете, есть составляющая для того, чтобы сама спортивная история против ЦСКА была на более высоком уровне. Здесь, вот смотрите, мы наблюдаем фрагменты и церемонии награждений, чемпионского матча. На самом деле, перед армейцами можно снять шляпу, потому что собраться против очень сильных «Химок», когда ты уже сильнейший клуб континента, это невероятно сложно. Но на выдохе ЦСКА это сделать сумел. И команда на самом деле уникальная. Команда, которая лицо европейского баскетбола и лицо Единой Лиги ВТБ. Да. 100% согласен, и в комментариях и Андрея Ватутина, и игроков отмечается одна важная история. Эта команда – сплоченный коллектив на протяжении всего сезона. Именно поэтому результат. Именно менеджмент подобрал таких игроков, которые в тяжелый момент, как в баскетболе говорят, дай мне мяч, если тяжело. Uh-huh. То есть они друг другу помогали. Это не только игроки, это прежде всего офис, это прежде всего руководство клуба. Это очень тяжело после Евролиги, я сам это проходил, конечно, когда выиграл. Очень тяжело настроить команду на вот важные игры в Единой Лиге ВТБ. Здесь здорово, что соперники на самом деле не позволяют играть спустя рукава. Согласен. Полуфинальная серия с «Зенитом» хоть и закончилась 3-0, но согласитесь, все это в последних бросках. 5,5 тысяч я был там, мы с вами были на этом стадионе. Это невероятная история совершенно. Да, ну и тем более, что юбилейная, фактически 50-я, получается, победа на советской российской сцене для армейцев Москвы. Вот посмотрите, золотой кубок Единой Лиги ВТБ снова у ЦСКА. Персоналии, смотрите, ведь и Тудис на самом деле человек, который продлил контракт и на новенького выигрывал, получается так, вот этот трофей. Но команда, главное ведь ее сохранить дальше, потому что ключевые игроки, там есть много неясностей. Ну, здесь больше вопрос к ЦСКА, к руководству. Но что я хотел бы отметить? Именно длительная работа тренера и терпение руководства дало возможность Тудису понять близко тех игроков, которыми он пользовался в финале 4 Евролиги и в конечной фазе, когда играл в плей-офф. Понимание пришло, бац, тренер уволен. Здесь другая история. Он именно конвертировал знания каждого игрока и взял от каждого игрока все, что необходимо. А в чем уникальность вот этого специалиста? Вы знаете, на первый взгляд, когда я сидел на финале 4 в Басконии, был очень такой приличный момент. Когда тяжелая история была с Реалом, мы очень много проигрывали с ЦСКА. И вдруг замена Родригеса, и Тудис, как главный тренер, выговаривал, ну скажем так, двоечнику Родригесу, что он ошибся. Шкалеру. Он поставил задачу, которую он не выполнил, он его передернул. Не было никаких, вот Родригес это топ, а вот там Ваня Ухов это нет. У него была идея, как обыграть Реал. И он этой идеи придерживался, он терпел. Именно вот эта часть меня поразила в тренере ЦСКА на финале 4. Там же очень хороший сплав, потому что мы говорим про ведущих легионеров, это здорово, да, но мы не забываем еще про наших парней, потому что на самом деле здесь подспорье в лице российских баскетболистов армейское, оно велико. Что бы мы про звезд не говорили, согласитесь? Абсолютно. Еще один плюс этого тренера, он микширует, он понимает, что такое раздевалка ЦСКА, он понимает, что такое русские игроки, которые в характере всегда отличались, ну, собственно говоря,
такой харизмой, я помогу тогда, когда надо. Семен Антонов, Никита Курбанов провел просто уникальный сезон. Практически там все выходящие ребята не то что помогали, они отдавали кусочек себя для того, чтобы, да, приблизить себя к победе. Ну, это и называется команда с большой буквы. Да. Уважаемые друзья, как раз Ватутин, президент клуба, и Тудис, наставник, Антонов, баскетболист, были у нас в студии. И фрагмент такого чемпионского интервью прямо сейчас вашему вниманию. Дмитрий, для вас этот сезон что значит? Самый, может быть, сложный момент, который вы пережили за этот сезон? Это был замечательный сезон. Меня очень порадовало быть частью такой отличной команды, таких интересных характеров, таких персонажей, отличных игроков без индивидуальной цели, но все время показывающие эффективную командную работу. У нас были, конечно, и проигрыши, но эти проигрыши, конечно же, это здоровый процесс. Хотя мы, конечно, стараемся их избегать. Они тоже бывают. И болельщики должны верить в этот процесс, они должны верить в свою команду. Конечно же, мы не выходим проигрывать, но, как я говорю, это часть нашей работы. Тот факт, что мы понимаем, как можно, какие уроки можно выносить из этих проигранных игр, это самое большое достижение. Но болельщики могут, соответственно, доверять своей команде. Это главный посыл. Семен, в плей-офф Единой Лиги ВТБ кто-то удивил или, может быть, все-таки ждали большего от тех же «Химок» или от «Зенита»? 3-0. Мы-то ждали точно большего. Ну, я думаю, это говорит о том, что мы очень хорошо подготовились и разобрали соперника. Как я уже говорил, второй и третий матч был не так хорош в плане атаки, но мы очень хорошо защищались. И все три матча финальной серии мы очень ударно начинали первую половину. То есть у нас был максимальный фокус на защиту, и мы уходили плюс 15, плюс 18. И самое главное, нужно было сдержать «Химки», о чем тренер говорил нам в большом перерыве, что счет 0-0, и нужно продолжать играть, потому что «Химки» могут вернуться в игру в любой момент, что, в принципе, было в первых двух матчах, а вот в третьем матче мы уже контролировали этот момент и, в принципе, наверное, довели дело до победы, но команда не остановилась, доведя плюс 15, то есть все ребята, которые выходили, они еще добавляли какого-то куража, запаса. Что мы увидим в следующем году? Вы уже говорили, что многих игроков болельщики, увы, в этом ЦСКА не увидят. Можете назвать, кто уйдет? У нас заканчивается 9 контрактов, точнее, уже закончились. И, конечно, менеджменту клуба предстоит большая работа вместе с тренером по формированию нового состава ЦСКА. Сегодня мы, к сожалению, и с большим сожалением объявили о том, что уходит Кори Хиггинс. Это его решение, которое он принял по семейным причинам, да, поменять место жительства. И в Барселону, да, переходит? Я пока не знаю, могу лишь предполагать, да, но он точно пройдет следующий сезон не в Москве. Я понимаю нетерпение болельщиков, но необходимо много времени для того, чтобы скомплектовать состав ЦСКА. И надо быть нам сейчас терпеливыми, умными, и чтобы сделать команду, которая будет претендовать на что-то серьезное в следующем сезоне. Так что идет работа. 9 контрактов – это действительно очень много. И я рад, что мы подписали Димитриса. Как только мы договорились, мы об этом объявили. Потому что любой вопрос, первый вопрос, да, любого игрока – а кто тренер? Сейчас у нас с этим все хорошо. Вот вернемся в офис, поговорим с Семеном Антоновым. Я очень не хочу, чтобы он долго оставался в статусе простого российского безработного. У него тоже закончится контракт. Да. Видите, он улыбается, у него день рождения скоро. Сняли с языка. Да, у него скоро день рождения, ожидается прибавление в семействе. Вот он машину купил недавно, так что мы должны как-то найти общий язык. Все идет, это хорошо. Да, да, да. Вот, так что много работы, но будем стараться, чтобы собрался такой же отличный коллектив. Возвращаемся в прямой эфир. Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко у нас в гостях. И вот эмблема ЦСКА, но звезда Единой Лиги ВТБ, господин Швед, блестящий спортсмен, играет в другой команде, в «Химках». И мы видели, что со Шведом это одна команда, без него совсем другая. В чем уникальность человека, который, наверное, мог бы, если бы не повреждение, не травма, поспособствовать, по крайней мере, такой пятиматчевой хорошей финальной серии? Ну, прежде всего, мне кажется, Швед
действительно уникальный игрок, и уникальный баскетболист, уникальный снайпер, и в этом сезоне он MVP регулярного сезона, конечно, нашей лиги, несомненно. Но именно, мне кажется, в этом и есть небольшая проблема, как вокруг Алексея сделать команду. Это пробовал не один тренер, и, собственно говоря, у одного получалось иногда, у другого нет, но именно вот его нестабильность присутствия на площадке в этом сезоне, на мой взгляд, не дало ни одному специалисту, который был Барцокас, и не Римасу, сделать вокруг него уже что-то, что базово, да, играло бы на баскетбол и качество всех баскетболистов, включая здорово, Алексея. Он уже не в ЦСКА, в том смысле, что должен, конечно, быть ярчайший игрок, конечно, в составе другой команды. Это тоже важная штука. Но важнее, когда это конвертируется в командную игру. И в результат, которого, в общем, на самом деле, по финалу мы не очень у Химок увидели. Мы третий сезон ждем, когда финал будет украшением. У нас в лиге полуфиналы и четвертьфинальные даже пары намного ярче, чем финал. Поэтому мы же все-таки надеемся, что или Химки, или Зенит, или Казань, или Локомотив наконец-то дадут бой ЦСКА, кто доберется до финальной серии. А что вот с точки зрения, знаете, как Welcome to the Show, да, делается лигой для того, чтобы вообще популярность, игра прекрасная, баскетболисты замечательные, да, но вот это вот сайдлайн, он должен присутствовать очень мощный от организаторов, а вы начальник. Во-первых, вы уже поближе к баскетболу, а это всегда яркая история. Спасибо. Это первое. Второе, например, воровство в раздевалке Химок. Но это же не вы организовали. Да, не мы организовали, но это продвинуло нас, видимо, во всех СМИ, включая все каналы. Нашли злоумышленника? Пока на сегодняшний день информации нет, но где-то уже близко двигается к тому. Мы будем надеяться, да. Да, надеемся, что вернут хоть как минимум вещи ребята. Что касается там продвижение, ну, спортивной составляющей. Финал четверок прошлого сезона. Из-за чемпионата мира мы провели финал четверок. Ну, согласитесь, одна игра – это не серия. Да. И после того, как Химки выполнили первую часть, на мой взгляд, они попали в Евролигу, финал не получился таким ярким. Ну, выдохнули, потому что да. И я думаю, что и сейчас такая же история. Поэтому, чтобы дать бой лучшему клубу Европы, нужно иметь не маленькую задачу попасть в Евролигу. Нужно иметь задачу дать бой лучшему клубу Европы. И для Лиги ВТБ это, ну, наверное, это одна из главных задач. Конечно, но здесь еще есть резерв, и об этом, кстати, мы поговорим после очень короткой паузы. Вернемся дальше в студию с Сергеем Кущенко. Возвращаемся в прямой эфир и продолжаем говорить о баскетболе вместе с президентом Единой лиги ВТБ Сергеем Кущенко. Ну вот смотрите, вы сказали слово «спортивная составляющая». Для того, чтобы конкурировать с ЦСКА, нужны команды, баскетболисты и нужны бюджеты. А времена сейчас очень непростые, чтобы и звезд приглашать, и конкурировать. Вот как вы с этим будете бороться и решать необходимую задачу популяризации через звезд в каждой команде? Ну, для популяризации у нас отличный проект, уже третий год, «Матч звезд». «Матч звезд» продвигает и Единую лигу ВТБ, и наших игроков. И я думаю, что для того, чтобы тянуться к лучшему клубу, не обязательно иметь большой бюджет. Так. Необходимо уметь правильно воспользоваться теми условиями, которые есть. Ну вот вы один из лучших спортивных менеджеров страны уже много лет. Ну, мы обыгрывали ЦСКА «Перми». Если в свое время я это, да, помню. Это помню. И это было в разнице бюджетов, не в пользу Уралгрейта тогда. Поэтому все матчи, которые проигрывает ЦСКА в регулярке, это и есть те месседжи, когда, помните, Нижний Новгород когда-то обыгрывал ЦСКА, и в Минске тяжело играл ЦСКА. Всегда есть возможность сделать команду яркую. Есть и правильно. Да, руководство, тренер и дальше точечная селекция. А вот «Матч всех звезд» как раз показываем замечательный фрагмент. Во-первых, на новой арене прошел, и зрителей было много. И совершенно потрясающая история для того, чтобы еще и шоу-бизнес захватить. Конечно. Потому что здесь все работают на марку баскетбола. Какие-то мысли по поводу того, что сделать еще круче? Ну, точно разложить сейчас секреты нельзя. Идеи точно есть. И 3 года нам удается солдаут за несколько дней, нам удается что-то новенькое создать. Яркие истории, там ночной баскетбол, то у нас какие-то летают дроны с баскетбольными мячами. Наши партнеры
во все тяжкие пускаются с нами, лишь бы сделать это все интересно. А уговаривать спортсменов не нужно для того, чтобы вот каждый приходил и отдавал, а не только получал, как мы знаем. Это непростая штука. Дим, знаете, у нас обратная история. Когда у нас вдруг какой-то травмированный игрок, которого выбрали наши болельщики, журналисты, не может, у нас быстренько очередь из того: «возьмите меня, возьмите меня». У нас бренд All Star, скорее всего, находится на том уровне, где приятно поучаствовать, получить удовольствие. И мы пытаемся организовать это на самом высоком уровне. То есть вы еще и флагманы для всех остальных? Я не случайно этот вопрос задал на самом деле. Ну, почему? КХЛ тоже хорошо делает, но мы делаем чуть-чуть ярче. Давайте еще к итогам нынешнего блестящего баскетбольного сезона в Единой Лиге ВТБ слово Дмитрию Матыскину. Всем привет! Очередной сезон Единой Лиги ВТБ подошел к концу, а значит, настало время подводить итоги. Тянуть не будем. Давайте сразу к делу. Итак, московские армейцы – 50-кратные чемпионы России. Сюрприз? Конечно же, нет. ЦСКА какой год подряд забирает себе титул. В этом столичная команда уж очень просто прошла весь плей-офф. Видимо, победа в Евролиге придала скорости и сил. Что ж, вот и получается, что есть ЦСКА и остальные команды. Лучшим во втором эшелоне стал коллектив Римаса Куртинайтиса. Химки провели крайне нестабильный и очень сложный сезон. И в первую очередь из-за травм своих лидеров. Энтони Гилла, Яниса Тима и Алексея Шведа. Звездный защитник вообще дважды выбывал из-за повреждений. Впрочем, это не помешало ему в октябре и в марте стать лучшим игроком среди всех команд. Ну и как следствие, швед забрал две личные награды. По итогам года MVP сезона и лучшему бомбардиру. Ну и главное, швед и компания затащили подмосковный клуб в Евролигу на следующий сезон. Нам остается только пожелать здоровья Алексею. Уж очень сильно он нужен сборной на чемпионате мира. От больших звезд к маленьким вполне возможно, что уже в следующем сезоне в Единой Лиге ВТБ еще громче заговорят о Никите Михайловском. 18-летний защитник «Автодора» в этом сезоне получил награду лучшему молодому игроку. Никита всерьез намеревался участвовать в драфте НБА этим летом, но в итоге решил перенести это важное событие на будущий сезон. Ну а то, что Михайловским действительно интересуются сильнейшие лиги мира, не секрет. Несколько скаутов клубов приезжали в Москву просматривать парня на матче всех звезд. All-Star Game Единой Лиги ВТБ – событие поистине масштабное. В этом году его провели на новенькой ВТБ-арене. Ну и такой ход дал свои плоды. Арену зрители забили до отказа, а сборная мира обыграла команду России. Там же ветеран Виталий Фридзон напомнил, почему именно он русский мистер Биг Шот, выиграв конкурс трехочковых. А вот конкурс данков остался за Вячеславом Зайцевым из «Химок». Главным сюрпризом сезона стала Астана. Команда из Нур-Султана в регулярном чемпионате финишировала 6-й. Невероятный успех для клуба. В плей-офф Астана в четвертьфинале уступила будущему финалисту Химкам. Но кто возьмется осуждать клуб? Нынешний тренер команды Эмиль Райкович не просто подарил лиге боеспособный коллектив, но и напомнил, что не только именитые специалисты могут давать результат. Как итог, награда тренеру года досталась именно Райковичу. Баскетбол в России любят, и не только в столице. Вот тройка самых посещаемых арен сезона. И давайте обратим внимание на то, что УСК ЦСКА в этом списке только на третьем месте. Второе у Дворца спорта «Молот», что находится в Перми. Ну а больше всего на баскетбол ходили в Казани. Местный баскет-холл в этом сезоне посетило почти 57 тысяч болельщиков. «Уникс» вообще провел отличный сезон, бился за первое место в регулярке с ЦСКА, но чуть-чуть не дотянулся. Ну а позже казанский коллектив в плей-офф оступился в серии с «Химками». Между тем, битва этих команд в решающей стадии получилась, пожалуй, самой интригующей. Илона Корсин, генеральный директор Единой Лиги ВТБ, сравнила эту полуфинальную серию с играми плей-офф NBA. Насколько принципиальной она получилась. Что ж, это был непростой сезон со своими большими успехами и какими-то локальными неудачами. Мы поздравляем ЦСКА с двойным успехом – победами в Евролиге и Единой Лиге ВТБ. Ну а теперь настало время немного перевести дух. В конце лета стартует Кубок мира, где наши парни тоже будут играть. Так что болеем за них, и если вы забыли, баскетбол – это лучшая игра с мячом, спрятанная на баскетбольном паркете. У меня все. Пока. А мы продолжаем наш эфир про баскетбол. И сейчас как раз отдельно хочется поговорить еще и еще про триумф ЦСКА в Евролиге. Потому что вы сказали, что тяжелейший матч против Реала. И казалось бы, когда мы все смотрели, там ну браться было не за что. Да, но ЦСКА выдержал. Вот вы как, с одной стороны, на хозяйстве, да, с другой стороны, сторонний наблюдатель с точки зрения ЦСКА. Когда работали в системе клуба, брали и посвящали победу папе Александру Яковлевичу Гомельскому. Да, как мы все этому были рады тогда. Что сейчас?
Откуда трудности возникли? Ну, ЦСКА начал полуфинальную серию с чемпионом Евролиги. Вот позиции были ровно такие. ЦСКА претендент, Реал победитель Евролиги. И вот именно это психологическое давление начала матча было провалено из-за нервозности, не больше того. Но весь матч, я уже говорил, что у Итудиса был четкий план. Видно было с самого начала. Он терпеливо ждал, когда не шло у Деколо. Он не мог первые там две четверти ничего сделать. Он все равно ждал, когда Нанда раскроется. Он дождался, и в самый нужный момент Нанда включил то, что необходимо. Реал допустил одну ошибку в одной замене. Ну, не будем в детали сдаваться. Но именно этой ошибкой ЦСКА и воспользовался тренерский штаб. Когда вот это, знаете, такая, почувствовал запах крови, вот она. Да. И было понятно, даже при минус 6, что ЦСКА вцепится. И они вцепились. И вот когда после тайм-аута Реал Мадрид, значит, Кампацо там качал 20 секунд и не знал, куда мяч отдать, понятно, что психологическое давление было уже у Реала. Угу. И ЦСКА довел, ну, очень красиво, поведя, и дальше очень харизматично такими игроками, как Хакет. Хакет – это вот такой скрытый лидер, который вот сделает все для того, чтобы помочь партнерам. Здесь же тоже, Сергей Алексеевич, мы говорим о том, что вот полуфинал был одним, а финал уже немножко другим, потому что, ну, было понятно, нас вряд ли остановят. Да, ну, финал был, как говорится, его не выиграл бы Эфес, лишь бы не проиграл его ЦСКА. Потому что ЦСКА, нужно было дело делать. Да, нужно было сделать с холодной головой то, что они делали. У них было пару защитников просто лучшие сегодня в Европе. Это Ларкин и Мистич. Но, тем не менее, армейцы справились очень уникально. Перемещали бросок к другому игроку. Делали все очень-очень здраво и до конца. Мы же тоже понимаем, да, что вот смотрите, как тренер, да, президент клуба. Это невероятное объятие совершенно. Эта команда, ну, наверное, не скажу, близка к идеальной. Она идеальная, с учетом того, что мы... Это идеальная чемпионская команда. Абсолютно. Но, опять же, и вы говорили 5 минут назад, что теперь нужно делать команду другую, глядя на вот это все великолепие. И здесь на самом деле не позавидуешь руководству ЦСКА. Да, сложная. А вы через это проходили, как, да, менеджер в том числе? Да. Вот расскажите. Сложная история. Мы проходили вместе это с Андреем Ватутиным. Он был тоже в структуре клуба. И мы очень долго думали, как оставить тех, кто уже ушел. То есть, понимаете, почему Хиггинс ушел? Топ. Понятно, что ресурс, который игрок может получить, его нельзя, ну, скажем так, не дать ему этой возможности. И Андрей правильно делает, и руководство клуба отправляет его там, где необходимо игроку вырасти еще на шаг вперед, он идет на роль лидера. Но все остальное, 9 контрактов, это очень много. Угу. Какая конструкция сегодня будет, это, скорее всего, не только подбор игроков, которые забивают сверху, защищаются. Это подбор, как сказали уже неоднократно в интервью и игроки, и руководство, личностей в раздевалку. Угу. Именно там с тренером куется все, что потом выходит на площадку. Тоже очень важный вопрос. ЦСКА Химки в Евролиге, как эксперт, как человек, который тоже связан и с этой организацией в любом случае. Зенит, Локомотив, Уникс, кто третий-то? Ну, имеется в виду, кто третий. В Евролиге у нас, получается, две команды. У нас две команды, а три команды рассматриваются на вайт-карт. И три команды из единой лиги. Как это будет происходить? Это решение руководства Евролиги. Но те, значит, ну, параметры, которые запросила Евролига на три клуба, мы практически предоставили в очень кратчайший срок. Продажа билетов, спортивная составляющая последнего сезона, управление, значит, работа со зрителем, интертеймент. То есть не только спорт. Ваш фаворит есть в этой тройке? Я не могу не будем сказать. Никого. Я сказать, за, да, все три клуба. Потому что считаю, что и Уникс в хорошей динамике идет, и Зенит, даже при смене менеджмента, имеет шансы на попадание. Локомотив, наверное, спортивный результат просевший, но у них всегда на очень высоком уровне организация, работа со зрителями и так далее. То есть слово бигбоссом Евролиги, мы все сделали для того, чтобы... Мы все для этого. Если будет три команды от единой лиги ВТБ... Конечно. Очень короткая пауза, уважаемые друзья. Дальше о перспективах единой лиги ВТБ вместе с президентом организации поговорим, потому что на самом деле мы выросли очень здорово, но есть еще куда подниматься, а это все баскетбольное движение вверх, его никто не отменял.
Возвращаемся. Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко. Перспективы лиги. Вот Зеленогура, польская команда, да, мы ждем еще кого-то. Мы стелим ковры для иностранных партнеров. Заходите к нам, ребята, мы хотим с вами играть. Мы приняли в этом сезоне регламентные вещи по входу в Единую Лигу ВТБ. Они достаточно жесткие. Нужны четкие финансовые гарантии, угу. Нужны хорошие залы, нужны аэропорты международные. Поэтому мы не ожидаем кого-то в этом сезоне. И предварительно все клубы, которые у нас участвовали в прошедшем сезоне, подтверждают участие на следующий сезон. То есть хуже уже не будет, это здорово, но нужно стремиться в любом случае к расширению. К расширять или очень, я не вы знаете, очень тяжело расширять по одной простой причине. Этот сезон будет нагружен. Еще две команды в Евролиге добавляются, а это нагрузка на расписание еще больше. Угу. Мы должны закончить по распоряжению ФИБА. Раньше сезон, потому что олимпийские предсезонные еще интересы сборных нужно учесть. Поэтому уплотняется настолько, что у нас уже просто не то, что некуда поставить. Матч звезд, слава богу, куда-то еще впихивается. Но в любом случае, я желаю вам удачи, чтобы расцветал дальше российский баскетбол, Единая Лига ВТБ. Друзья, спасибо. Под занавес нашего эфира братский хоккей, естественно. Мы поздравляем всех поклонников Сент-Луиса, наших ребят, первой истории Кубок Стэнли. Но самое главное поздравление человеку, фотографии которой за моей спиной. Многие годы Оззи Осборн топит за Сент-Луис Блюз. Посмотрите, 30 лет между этими фотками. Сегодня снова гуру хэви-метала в любимом свитере. Что может быть лучше? Сергей Кущенко, Дмитрий Губерниев, старинные меломаны. Все приходящее, только музыка вечно. Но наш баскетбол в Единой Лиге ВТБ, он просто прекрасен. Спасибо. Будем развивать его дальше. Спасибо.